Нет, это мой молоко. Хрюш, и нахер, говорю. Кто понял? Че он спер? Не знаю, что он спер. Что-то спер. Сейчас мы вылезем молоко по волоке. Насюха. Ты ему молоток так поставил? Да. Спиздит. Еще. Такой шорох там. Хрюня, солнышко, выходи. Это его работа. А? Это его работа. Ну, я не думал, что саморез по бетону удобно будет по дереву. Без шуток, серьезно. Серьезно? Да. Охуенно удобно. Что, хреново будет закрываться? Нормально будет закрываться. А что ты вместо этого поставишь там? А? Это ты типа такую дверь оставишь? Оп. Так. Снимаешь? Ты, блядь, молоток тебе нахера, братан? Я все это время снимала. Ладно, я с тобой. Я эти двери закрыла сразу. Надо спиздить. Он пытается его всосать. Оставь его здесь, приоткрой ему дверь. Убери молоток, что ладно. Чего уж там, блин? Ну нахер, да? Да. Я все это время снимала. Понятно. Мася, слезь со стола. Мася. Чудовище. Оп, смотри. Сейчас вылезет. Молоток он повернет в другую сторону. Так, надо что-то спиздить. Чем бы спиздить? Прости. Ой, прости. Ты крючок новый купил? А? Какой крючок? Ну, этот. Ну, давно уж. Что-то он прям такой чистенький. Ой, их даже два было когда-то. О, нос. Миссия невыполнима. Ты им дверь оставишь? Какую? Вот эту. Да. А какую-то лесенку наверх сделаешь? Нет. Масянги. Ну, я же молоток дал, блядь. Нахрен тебе кусать. Эй! Снимаешь? Да, я все еще снимаю. Чего? Самое интересное, это молоток все за 4 нужен, минуты, братан, проходит. Братан, молоток нужен? А, я чего? Он сейчас тебе раскусит вот это вот все. Эй. Он дверь пытается открыть. Он хотел его зубами взять и убежать. Кать застрял. Он один. Ты понял, что? Да-да-да. Строитель.
строитель. Нет, просто пиздить любит. А молоток? Хрюк забыл спиздить. Приоткрой мне немножко дверь. Хотя нет, напугаешь его. А дай молоток. Ты отдашь мне молоток, нет? Нет. А отдай. Смешно. Смотри. Опять чё бы ёбнуть? Да чё спиздить? И не переставай снимай, мне нравится это. Слушай, тебе надо кусачки? Нахрена тебе кусачки? Ногти стрижь. Просто интересно, чем сейчас нахуй! Молоток, молоток, на. Молоток с фикс-прайсом, на. Зубами его схватил.